Приветствую, друзья! С вами я, Frostfire, и сегодня мы поиграем опять в Hello Neighbor! Ну, короче, здравствуй, сосед, все дела. Я, блин, не знаю, как, если честно, очень хочется поиграть в эту игру, просто я не знаю, с чего начать, скажем так. Но при этом, блин, она какая-то сложная, понимаете, пройти к нему... Почему такой звук, как будто... Как будто я по деревянному полу такому хожу... Что за хрень? Ну ладно, неважно. Короче, о чем я говорил. Да, игра довольно сложная, если честно, я не очень представляю, как вообще в нее можно нормально поиграть. В том плане, что... Ну блин, ну я не знаю, он просто этот... этот чувак, он палит. Ну просто пипец как палит. Что там происходит? Ладно, я не знаю. Так, я так понял, вот эту штуку, это бойлер или как ее это еще назвать, нужно отключать, потому что там, чтобы наверху мне не мешала эта акула, блин, дурацкая, которая меня 100 раз, наверное, уже успела сожрать за то видео. У-у-у. Просто, я думаю, надо окна поразбивать, короче. Вандализм. Просто вандалы. Поразбиваю окна, чтобы у меня были входы, выходы, там все дела. Главное свалить вовремя. Так, он уже знает, что мы где-то тут бродим. Потому что я слышу, как он... Что это было? Нет, нет, нет! А, стой, чувак, отстань от меня! Нет! Сволочь! Уйди! Все, отстань от меня! Ты ничего не видел. Где он? Паркур! Потерял меня из виду. Все, я на своем участке, я в домике. Не найдешь. Господи, он сюда бежит. Он сюда бежит. Он сюда бежит. На, получай коробку, сволочь, отстань от меня. Выпустите меня отсюда! Где он вообще? Господи, это музыка. Как хорошо, что я могу очень быстро бегать. Все, он убежал. Я его обгоню. Я обгоню его. Я должен бы... Да блин, он уже вошел в дом? Серьезно? Тихо. Тут иногда по звуку непонятно вообще, где он находится. Да блин, как-то я запрыгивал в это окно же. О! Блин, где он? Ну чё, у меня есть фонарик. Сейчас мы себе понаделаем. Я тут, видите, тактику типа придумал. Ух ты, шляпа. Я могу маскироваться теперь. Да блин. Да ёлки-палки, давай, залезай. Ну давай, ну... Ладно, пойдем через центральный вход. Может, лучше оставить дверь открытой, чтобы я мог выбежать в нужный момент. Не-не-не-не-не, уйди, сволочь! Стой от меня! Fuck you! Fuck you! Нига. Почему я быстро бегаю? Я же... Я не держу shift, но я быстро бегаю. Залагало, короче. Ну ладно. Ну ладно. А вот теперь не бегаю быстро. Отлично. Так, мне нужна коробка. И фонарик, наверное. Сейчас темно. Я надеюсь, он окна не успевает починить? Или все-таки успевает? Изи. Я слышу, как он где-то топает. Так, тут не войти. Я помню, у него был лифт на второй этаж. Можно попробовать им воспользоваться. Поехали. Нормально, сейчас тихо, тихо, ребят. Главное, тихо. Так, Вот дела. Вот дела. Колокольчик. Окей. Черт, заперто. Господи, какой громкий звук. Я себе громкий звук поставил, ну, чтобы прям вот атмосферу прочувствовать, скажем так. А, вот я пригибаюсь. Мне вообще что-нибудь это дает? Заперто.
Фак? Кусок хлеба, зачем он мне вообще? Блин, мне кажется, он где-то тут. Мне кажется, он где-то тут. Блин, я не понимаю, он здесь или наверху? О, внизу или наверху? Тик. Почему колокольчик в туалете лежал? Я вообще не понимаю. Так, давайте возьмем фонарик. Что ли? А то половину не вижу. Ух ты! Ни хрена себе. Что это такое? Крипи. О, вот оно что. То есть у него тут типа камеры работают, только почему-то они ничего не показывают. Ну да ладно. Что за хрень? Ну ладно. О, господи, он где-то тут, походу. Или он внизу? Я не могу понять. Еще это постоянно музыка, сверчки. По-моему, он где-то подо мной ходит. Если я не ошибаюсь. Тихо, тихо. Что? Что происходит? Откуда ты взялся? Уйди, тварь! Сволочь! Как он вообще меня заметил? Понятно. Опять пошла какая-то странная катсцена, которая иногда залипает и не проигрывается в нужный момент. До сих пор не понимаю, что там происходит. Какой-то бред. Сволочь. Как он, блин, меня вообще нашел, я не понимаю. Давайте я радио возьму. Радио мой лучший помощник, я считаю. Смотрите. Просто тактика. Берете радио. Вырываетесь к нему в дом. Нет, давайте не так сделаем. Ой, не то. Вот так. Все, пускай слушает радио. Я пока первый этаж проверю. Так, это не то. Да блин, отстань от меня, сволочь! Иди, не приближайся, тварь! Ух ты, ё-моё, что происходит? Все, я домой! Что там происходит вообще? Швабры, я буду отбиваться шваброй, уйди! Не подходи к моему дому, тварь! Нифига, он через окно выпрыгнул. Уйди! На, получай! Получай! Господи, нет, все, я в домике. Все, он не пойдет сюда, что ли? На, получай. Да блин, дайте мою коробку. А, не-не-не-не-не! Да блин, это музыка. Фак. Что с ним? На швабру в лицо, сволочь. Похоже, его залагало или что-то в этом роде. Нет, не залагало. Не залагало. А почему я бежать не могу? А, могу. Да ё-моё, как только я пересекаю улицу, он сразу бежит за мной. Что за хрень? Нифига! Ты охренел, что ли, капканы кидать? Ну ты гад. Все, я спать. А ты можешь там стоять. Боже мой, это музыка. Так, короче. Ой-о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 й. Нет, уйди. Ни хрена, ты охренел, что ли?
Сволочь! Фига себе, он в моем доме теперь. Здрасте. Это мой дом. Как бы мой это дом. По-моему, он что-то прозрачным стал, короче. Что с ним? Что, его залагало, что ли? Эй, ау. Это мой дом. Вы понимаете? Это мой дом. Ну и ладно, я тогда в твой пойду. Все. Че, его реально залагало, что ли, там? Он до сих пор там стоит, да? Ну-ка, мне бинокль нужен. Чтобы понять, что происходит. Я вхожу. По-моему, до сих пор там стоит. Ай, блин. Черт, управление? Фак. Не, отсюда я его не увижу. Ну ладно, пофиг. Будем считать, что он там стоит. По-моему, я его видел. Что-то, походу, его залагал. Ну ладно. Мне же лучше. Можем спокойненько с вами теперь это... пообследовать его дом. О, нифига. Такой хренью огреть можно по голове очень серьезно. Так, телек не работает. Не, ладно. Да что ты взял часы зачем-то? Ну ладно. Тык! Это что такое? Какая-то хрень, ну ладно. Нифига. Нужно часы завести. Я их завел, что ли, как-то? Или что я сделал, я не пойму. Так, ну ладно, тут мы были. Тут мы, по-моему, тоже были. Я что-то уже не помню, где мы побывали, где нет с того раза. Но, в принципе, вроде тут были. На кухне мы тоже вроде бы как были. Я надеюсь, он до сих пор в моем доме застрял. Потому что если он сейчас внезапно вырвется сюда, то будет, конечно, жесть. Так, колокольчик нужен. Где я видел колокольчик? Он, по-моему, наверху где-то был. В туалете почему-то. Так, окей. Акула. Акула? Где акула? Вот она, застряла. Шкаф, блин. Сквозь лед все открывается. Так, давайте попробуем колокольчик. Блин, я не открыл эти двери. Черт! Короче, я так понял, он там застрял. Какой-то баг. Во. Изи. Лопата. Куда земля девается? Что-то я не понял. Ну, это что, гроб? Короче, как мне его открыть? О. Что происходит? А, во. Во, все, понял. Манекен? Манекен какой-то с бабульки, старушки, походу. Что происходит вообще? Что это такое? Господи. What the fuck? Ладно, давайте посмотрим, что здесь. Чё? Что? Тир? Ничего не работает. Я жму все кнопки. Блин, радиус достал, его надо найти, короче, и отключить. Rifle range. Ружье на эту хрень, плюс кнопка, бэнг-бэнг. Ружье, нифига, нужно ружье найти. Ну-ка. Ух ты, что это? Какой-то класс математики. Так, здесь мы уже были, похоже. Вот что ли радио работает? Вот это радио? Все, отключил я. Лично. Так я не понял, я могу на третий... What the fuck? На третий этаж.
Не могу. Что за хрень? Диван, тут шкафы. Вообще бред какой-то. По-моему, вообще он уже еще не сделан. Это третий этаж? Ну окей, ладно. Давайте посмотрим. Блин, господи, эти манекены, сволочь. Все снес. Где мне ружье можно найти? Ух ты, ни хрена. Окей. Телек, короче, потом домой заб... Серьезно? Телек застрял в окне. Ну ладно. Пускай будет так. Блин, я хочу на эту железную дорогу попасть. Так, а, о! Что был за звук? А, меня камера типа засекла, что ли? Во-во-во-во-во-во. Все, надо отключить. Что такое, блин? Почему я пройти... Почему я пройти здесь не могу? Так, а это что? Похоже на отмычку. Так, ребят, я уже потерялся, я вообще не понимаю, что делать надо. Отмычка. Все, я понял, я вспомнил. Нужно же этот. Ну-ка, я что за комната, интересно? И как туда попасть? Да что за хрень? Хватит. Вот оно что, ну-ка. Нет, стоп, не то. Почему я не могу... Отпереть замок. Бред какой-то. О, ни хрена там. Ни хрена там. Там, смотрите, там что-то интересное. Там какой-то капкан. На стуле что-то еще. Там, короче, куча всякого валяется. Это интересно. Блин, так, мне нужно ружье найти. Что-то, походу, это будет... Долгий ролик, ребята. Ружье. Где может быть ружье? Интересно. Здесь я вроде смотрел все. Изи. Пью. А, может, у него в гараже ружье? Ну-ка. Чего не открывается? А, о, нормас. Открылось. Изи. Нормас. Так, ой, нет, стоп, я хотел открыть. Как тебя открыть-то, а вот. Так, там ничего нет. Молоток. Молоток пригодится. Капкан. Ружье. Не вижу я ружья. Не знаю, где его взять. Может, в коробках? Че, может, тогда дверь откроем с вами? Эту. Посмотрим, что за ней. Или еще поисследовать. Просто я не знаю, я смогу потом этот же баг провернуть. Или нет. Что-то хрен знает. Ладно, я чуть-чуть похожу тут. Я замок сюда выкину. Какой-то странный этот. Надгробие. Точнее, не надгробие, а наоборот. Ну, могила, что ли. Вообще непонятно. Ну, ладно. Так, поедем наверх. Так, ну окей, хорошо, давайте. Один плюс... Я не понял. Кто кидается? Чё, блин, кому навалять тут? Чё, охренели, что ли? Что происходит тут вообще? Чё это такое вообще? Господи, какие-то рисунки... А, камера лагает, ну ладно. Так, 5. Я не понял, что происходит? Кто кидается? Вы охренели, что ли? Призраки, отстаньте. Вот вам обратно. Обратка. Так. Вот, 5. Ну а что она отклеилась-то? Да вы чё, охренели, что ли? Не. Все, я пошел бурить акулу. Не могу. Ой, да ну вас.
Так, ладно, ребята, я, короче, что-то походил по дому, так и не понял, ничего не нашел, но вообще, то есть там, ну, я не понимаю, если честно. Ух ты ж, мать моя женщина, я могу взять газонокосилку, Ау! Было больно. Че, он до сих пор тут у меня стоит? Офигеть. Ну ладно. Короче, к чему я все это? Предлагаю попробовать. Бум, нифига себе. Не знаю, предлагаю попробовать, короче, в этот зайти. В потайную дверку его. Скажем так. Не знаю, я что-то зачем-то выкинул вон туда. Ну ладно, пофиг. Да, в потайную дверку зайдем. Мне нравится, как сквозь лед открывается этот шкафчик. Ну ладно. Посмотрим, что там. Уж. Я потому что... Ну я не знаю, здесь больше ничего нет. Я не нашел ничего. Ну-ка. Ну нет, только не говорите мне, что у меня игра... Твою мать! Игра крашнулась! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну почему, игра, пожалуйста? Нет. Как так-то? Что-то не суждено нам, похоже, в этот раз увидеть. Что за дверью скрывается? Блин. Или мне прямо сейчас, что ли, попробовать заново к нему зайти туда? Или забагать его так? Что-то хрен знает. Ладно, так и быть, чтобы было... так сказать, до конца был этот ролик раскрыт, суть ролика, точнее, суть игры, я бы так сказал, то сейчас я перезапущу. Мы с вами увидим, что же за этой потайной дверью. Я надеюсь, что у меня получится до нее добраться. Но вам не придется смотреть все это по новой, потому что есть волшебный монтаж. Поехали. Он бежит сюда! Он бежит сюда! Смотрите, он опять застрял. Забавно. На, жри мои коробки. Но он прозрачный стал, я не знаю, его багает, видимо. Не, он не прозрачный, я не могу через него пройти. Но он меня даже не пытается схватить, смотрите. Прикольно. Ну ладно. То есть глюк работает. Так, ну хорошо, все, что нам нужно, это сейчас попасть на второй этаж и... Ой-ой-ой, я забыл. Я же ничего не заморозил. Давайте через лифт пойдем. Еще мне нужен молоток. Я, правда, не помню, где молоток. Так. Второй этаж. Ну, я думаю, найдем молоток. Он здесь где-то во многих местах, по-моему, валяется. Так, как мне пройти к этой штуке? Ой, нет, не сюда. Может, сюда? Не совсем. Ага, вот. Так. Ну, я не знаю, зачем я отключил камеры. Ну, пофиг. Типа, как бы пофиг. Так, может, тут где-то молоток? Нет. Ну ладно, я помню, по-моему, в гараже у него, что ли, молоток был. Поэтому можем через гараж попробовать его достать, молоток. Я у него пульт стырил зачем-то. Я не знаю, зачем. Просто понравился мне этот пульт. Да, вот молоток. Все отлично. Все, что нам нужно. Вроде бы. И отмычка. И... Чё, опять? Игра! Какого чёрта? Это издевательство. Я не знаю, как это назвать. Называйте это как хотите, но я считаю, что это издевательство со стороны игры. Почему? Почему ты так вылетаешь жестко? Здрасте. А можно я выйду? Фак. Ну вы серьезно, что ли? Случайно нажал на кровати, короче. Так, отлично. Давайте еще раз. Попытка номер 3.
3, 2, 1, go. Блин, тут такое сраное. Ненавижу. Ненавижу, даже кушать не могу. Так, а где это? И лифт. Я забыл уже. А вот он. Отлично, поехали. Все взяли, спускаемся, короче, и... Так, стоп, а где лифт? И лифт. А, короче, к черту. Ой, а что тут окна нет? Или оно есть? Ммм, как интересно. Так, ну давайте где-нибудь тут войдем. Да чтоб тебя! Дурацкая физика. Так-так-так-так-так. Блин, у меня почему-то идея такая, ну, не то чтобы идея, мысль возникла, что лагает из-за того, что я его вот так вот багаю, поэтому не могу... Ну, у меня игра... Все, все, нет, все, ребят, извините, я больше не хочу. Это реально жесть. Почему-то вот чувак багается, игра от этого крашится потом. Давайте я потом открою эту дверь, постараюсь, когда я его не забагаю. Вот, чтобы у меня не крашилась игра, чтобы мы посмотрели вообще, что за этой сраной дверью. Мне уже пипец как интересно, но я задолбался. Я реально задолбался. Серьезно, я не могу. У меня постоянно крашится игра на вот открытии этой двери. Я не знаю, что делать. Все, нет, все, я не хочу больше перезапускать ее. Это была 5-я попытка, я не хочу больше. Все. На этом я закончу этот эпизод, друзья. Потому что, ну, невозможно, реально. Продолжим в следующий раз. Вот, наконец-то, я надеюсь, докопаемся до истины. Мы и так уже его весь дом обследовали. Я там вроде вообще чуть ли не каждый уголок там обшарил, ничего больше не нашел. Вот все, что вы видели, все, что я оставлю в этом ролике, вот, все. Вот, считайте, вот ничего больше нового я и не нашел. Точнее, так оно и есть. Поэтому и не могу, просто я не хочу больше, мне нужно... отдохнуть. Не знаю, 5 раз подряд игра крашнулась, я не хочу больше. Все, тогда, друзья, как обычно, да, если вам понравился этот ролик, там, ставьте лайки, ну и самое главное, делитесь, как я это всегда говорю, делитесь этим роликом со всеми, или, а лучше вообще всем каналом делитесь, потому что у нас там уже довольно много контента на канале собралось, если я не ошибаюсь, я, правда, давно уже смотрел, но в районе 150 разных роликов уже присутствует на канале, а согласитесь, это неплохой репертуар, можно есть, так сказать, что посмотреть, вот, как убить время на этом канале. Ну да ладно. А я, как всегда, желаю вам удачи напоследок, друзья, и увидимся в следующих роликах. Пока!